Привет, зритель! Подвожу итоги своего небольшого эксперимента. Значит, огурцы, которые показывал в прошлом видео, так и не начали нормально расти. Всего 6 штучек снял. Вот таких. Ну и что здесь можно увидеть? То есть один короб я обложил травой. Вот она, засохшая. Во втором коробе нету. И там, где не было травы, ботва разрослась лучше и быстрее. И, по-моему, там же и первые огурцы снял. Ну а где была трава, здесь вот видно корешки. Как-то подгнили. Может, из-за этого. Наверное, из-за этого. Огурцов здесь практически не увидел, поэтому листика помер. И уже, учитывая, что сейчас сентябрь, уже не увижу. Так, ну а здесь, о, недавно собирал еще вот один свежий нарос огурчик. Так, сейчас найдем корень. Тут от всякой скотины загородил шифером. Посмотрим, что там с корнями. Вот он корень. Вон он крепкий, зелененький. Не попортился. Есть даже огурчики растут, несмотря что уже холодный сентябрь. О, еще один. Да тут у меня прям урожай попер в сентябре. Так, какие можно сделать выводы? Для огурцов мульчирование травой оказывается не очень хорошо. Ну а по итогу за все лето я собрал около десятка вот таких вот небольших огурчиков. Как вот такие, чуть покрупнее есть, были. Ну, учитывая, что я посадил 5 семечек, собрал около десятка огурчиков, все равно я в плюсе. Зато мульчирование травой очень нравится клубнике. Посмотрите, что делается. И сегодня у нас какое? Сентября-то 12-е? 13-е уже даже сентября. Вон она, еще цветет. Вот клубника в восторге от мульчирования травой. Помидоры здесь на открытом грунте, но даже отсюда сколько-то мы собрали, увезли, и они дома в коробке зеленеют и вон еще подрастают. Но сейчас уже холодно, быстро будут портиться. Также мульчирование травой очень нравится помидоркам. Они хоть у меня здесь и очень не крупные, супер крупных было немного, но зато все кусты, вон они, все кусты в помидорах. Аж вот такими гроздями винограда они у меня тут прут. И все заложено травой. Как раз таки в плане помидорок трава очень хорошо подошла. И джунглей немного, вон она трава, мало ее прет, практически нету, это уже просто никто уже потом на нее не обращал внимания. Так что для клубники, для помидорок мульчирование травой отличная штука, огурцам от этого плохо. Больше я так делать не буду. А помидорок в этом сезоне первый год, первое в своей жизни собранная теплица, и увез я коробок вот таких вот чуть побольше, чем из-под кроссовок обувные коробки. Увез я уже отсюда 3 коробки. Но здесь, если все собрать, ну здесь на пару коробок еще точно. Так что все не зря, все не зря. Ну а с вами я прощаюсь до следующего видео.
еще куча всего не показано. Зима длинная, буду что-то монтировать, выкладывать. В общем, смотреть.